уважаемые петербуржцы и гости нашего города! Малая спортивная арена стадиона «Петровский» приветствует участников первенства России среди команд «Зоны Запад» 2-го дивизиона. Сегодня на нашем стадионе встречаются команды «Зенит-2» и «Долгопрудный» из города Долгопрудный. Прослушайте составы играющих команд. Наши гости. Команда футбольного клуба «Долгопрудный». Номер 12. Дмитрий Романенко. Номер 4. Алексей Житников, капитан команды. Номер 25. Андрей Бычков. Номер 3. Артем Фомичев. Номер 20. Диего Малания. Номер 15. Максим Бойченко. Номер 14. Кирилл Болдырев. Номер 21. Дмитрий Шестаков. Номер 17. Константин Головской. Номер 9. Алексей Рогов. Номер 11. Александр Клягин. Запасные футболисты. Номер 1. Дмитрий Вельчининов. Номер 22. Роман Винтов. Номер 6. Николай Мараев. Номер 18. Сергей Яшин. Номер 10. Владимир Слежук. Номер 19. Эрик Корчагин. Номер 24. Антон Архипов. Главный тренер команды Андрей Викторович Мещанинов. Состав команды «Зенит-2». Номер 83. Игорь Обухов. Номер 56. Кирилл Костин, капитан команды. Номер 68. Вячеслав Зенков. Номер 52. Андрей Иванов. Номер 50. Максим Карпов. Номер 88. Артем Попов. Номер 94. Алексей Евсеев. Номер 70. Дмитрий Багаев. Номер 76. Павел Кириенко. Номер 90. Рамиль Шейдаев. Номер 18. Константин Зырянов. Запасные футболисты. Номер 80. Михаил Мжельский. Номер 79. Константин Троянов. Номер 65. Данила Ищук. Номер 39. Дмитрий Скопинцев. Номер 78. Дмитрий Чистяков. Номер 98. Евгений Козлов. Номер 34. Максимилиан Проничев. Старший тренер команды Владислав Николаевич Радимов. Матч обслуживает судейская бригада в составе. Главный судья Роман Чернов, Москва. Помощники Илья Елиференко и Дмитрий Сафьян, оба Москва. Резервный судья Константин Аверьянов, Санкт-Петербург. Инспектор матча Игорь Евгеньевич Хомутинников, Калининград. Yeah.
Гол в ворота команды Долгопрудный забил Алексей Евсеев, номер 94. Thank you.
тайма добавлена 1 минута. Thank you.
команде «Зенит-2» произведена замена. Вместо Павла Кириенко, номер 76, играет Константин Троянов, номер 79. Thank you.
команде «Зенит-2» произведена замена. Вместо Дмитрия Багаева, номер 70, играет Данила Ищук, номер команде «Долгопрудный» произведена замена. Вместо Константина Головского, номер 17, играет Антон Архипов, номер 24. Ворота команды «Долгопрудный» забил Алексей Евсеев, номер 94.
команде Долгопрудной произведена замена. Вместо Кирилла Болдырева, номер 14, играет Владимир Свежук, номер 10. Сам, сам, сам!
команде «Зенит-2» произведена замена. Вместо Рамиля Шейдаева, номер 90, играет Евгений Козлов, номер 98. Thank you.
внимание спортивных журналистов. По окончании матча в пресс-центре «Малой арены» состоится пресс-конференция тренеров, играющих сегодня команд. Чистый! Про! Гол в ворота команды «Зенит-2» забил Алексей Житников.
номер 4. К основному времени второго тайма добавлено 3 минуты. Команде Долгопрудки произведена замена. Вместо Александра Клягина номер 11 играет Николай Мараев номер 6.